почему же вот эти петли с этой стороны? Ты мой хороший. Ты зачем? Вот уперла у этих, у медведей кабачки, мы у них тут у себя, видите? Да. Кабачки, кто упер у медведей? Зачем мы их? Мам. Ну ой. Ты мне на руку сломаешь, так скачешь, как сумасшедший. Мама. Не вот тебе мама. Решетки. Ну, ты же тяжелая уже, тумбочка моя. Тумбочка моя. Сим. Тимочка. Мама. Мама. Ой, это, говорит, совсем, говорит. Булочка. Мамина булочка. Маме сладкий пирожочек. Да, мама. И ты? И ты? Скажи, я сладкий. Я еще слаще скажу. Я же такой. Еще слаще. Да, не надо мне есть. Я невкусная и старая. Жесткая все так. Как мамку-то хочется, да, как мамку. Некуда мамке. Мамка сейчас придет и будет и так, как чума грязная, мокрая. Сейчас вы вывалите, как не знаю, кто буду вообще. Мне работать не в чем будет тогда. Дюха. Хвост, говорит, от кошек. Нет, они не откусят, они очень дружат. Дружат, да? Ну, вот просто да. Не знаю, в Зимбабве видео общение прислали, посмотрим, что они вам скажут. Ну, я присылала Симу с Эльзой. Потому что они уже и головами трутся вроде как. Да. И тебя, моя булочка. Да. Кужечка моя. Да. Да. Это ревнует. Не, она уже не ревнует. Не ревнует. Первые два дня у нее была ревность, а сейчас она уже привыкла, ей уже интересно. Уже скучают друг за другом, да? А это как шипела на Симу поначалу, боялась ее, а? А сейчас вон как трется. Ну не прижимай к решетке. Ты ж тяжелая. Голос-то разный, говорит. Конечно, а у них у всех троих разные голосы. Конечно, мам. Сейчас. Там бегает, все, говорит. А мне, говорит, ее уходит. Ой, давай с двух сторон тебя буду. Вот так. Гладь меня с третьей стороны. Со всех сторон меня гладить, да? Скажи, очень сыро, а то бы я сейчас на спину легла, пузову подставила. Ну, скажи, очень сыро и неприятно. Да. А тебе, смотрю, все равно, да, красавица? Какое? Сыро, не сыро, пофиг веники. Молодежь. Хотя не все молодежь. Да. Я скажу, удобная молодежь. Вот. Я скажу, самая младшая молодежь. Самая младшая молодежь. Да ты это самое, мне куртку порвешь. Скажи с удовольствием. У меня, кстати, когти не выпускает. Не, они вон с когтями. Они с Симой молодцы в этом плане. Они когти не выпускают. Это Эльза никогда не убирает. Говорит, а что я буду своих когтей стесняться, да? Да. И дожди, скажи, дожди. В Африке, это у нас сезон дождей в Африке. Да. Скажи, у нас тоже там бывает сезон дождей. Так что вы считаете, что я в Африке? Да. Да. Там еще хлеще дожди, да? Там вообще, да. Ливневый. А он сегодня пузик.